В общем, друзья, здесь в отеле такая очень приятная девушка. Спасибо. У нее цвет глаз, как просто вода. Я не смог сдержаться, я ей предложил сделать before after. Как вас зовут? Аида. Аида, очень приятно. Откуда вы? Из Киргизии. Из Киргизии. Вы только что говорили, что... Да, я, конечно, сама крашусь с утра, но я знаю, что немножко неправильно крашусь, потому что в 6 часов вставать и бежать на работу, да, есть у меня. Вот, как раз вам звонят. Я сейчас вам покажу, как правильно красить. Спасибо, это буду рада. Это до, сейчас покажем после. Сейчас удалим вам макияж. Угу. Во-первых, скажу, что вы стрелки рисуете чересчур вниз. И очень толстые. Хотя у вас азиатский тип глаз. Его нужно слегка подчеркнуть. Это очень модно и красиво. С таким цветом глаз вообще стрелки не нужны. Вы готовы? Я сейчас вам покажу зеркало. Смотрите. Вау. Да, не верится, очень красиво. Спасибо. Довольно? Вам. Да, конечно. Вас будьте зовут, всегда иду. Счастливы. Спасибо. Вы очень красивая, и у вас красивая семья. Каждая женщина заслуживает большого счастья. Спасибо вам. Не за что. Большое спасибо, у вас золотые руки. Спасибо. Kimda hata, kimda.